4 сентября пришел к зданию ФСБ узнать судьбу своего родного брата Ахтема Асана Исламовича, которого забрала ФСБ. После того, как мы пришли к зданию ФСБ, нас всех погрузили в автобусы и забрали в отделение. В отделении на меня составили 2 протокола и назначили суд. После суда мне назначили штраф 15 тысяч рублей за несоблюдение как бы масочного режима и 15 суток админареста. 15 суток я отсидел, все хорошо, штраф вот сегодня, благодаря крымскому марафону, Джимату, вместе все собрали эти деньги. И сегодня я пришел в банк и заплатил свой штраф. Чок Саунус за поддержку.